Денег мешок и удачу в придачу. Три знака зодиака, которых ждет денежное изобилие в сентябре. Астрологи убеждены, что некоторые представители зодиакального круга смогут попасть в денежный поток уже в сентябре. Три знака зодиака набьют свои карманы банкнотами и окунутся в водопады роскоши. Эти счастливчики будут в беспамятстве от немыслимого богатства. Телец. Тельцы найдут ключ к неожиданным денежным потокам. Астрологи считают, такое возможно, если представители этого знака смогут пойти на риск. Тельцам рекомендуется воспользоваться любой возможностью, даже если ее перспективы не очень радужные. Только так звезды смогут осыпать деньгами этих счастливчиков. Близнецы. Близнецы тоже смогут заметить на своей стороне удачу. Предыдущие вложения представителей этого знака окажутся выгодными, поэтому они быстро монетизируются. Эксперты считают, что близнецы должны попридержать в узде свои желания и немного поэкономить, а также заняться инвестициями. Именно это позволит значительно приумножить свой капитал. Козерог. Козероги испытали немало сложных ситуаций за последнее время, и настало время белой полосы. Звезды готовы поблагодарить представителей этого знака за проделанную работу. Астрологи видят возможность возврата долгов или неожиданные продажи дорогостоящей, но ненужной вещи. Близнецы получат за это большую сумму денег. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!